Всем огромный привет! Рада всех приветствовать на канале. Сегодня хочу вместе с вами потестировать помаду, которая называется «Матовая легенда». 3,6 грамма. Это новиночка 4-го каталога компании Avon 2020 года. Как заявляет компания, что здесь просто сенсационная формула, имеет мощный праймер, который запечатывает влагу и закрепляет цвет. Грандиозный пигмент, до 50% больше цвета одним движением. Крутые оттенки, авторский дизайн, что-то вообще невероятное. Хочется в это верить, хочется почему-то мне использовать сейчас и тестировать именно эту помаду. И в 4-м каталоге мега крутая акция: при заказе одной помады 40%, при заказе двух и более 50% скидка. Обязательно, если понравится, буду приобретать. Но сейчас давайте начнем с того, что посмотрим, совпадают ли оттеночки у нас с каталогом. Первый оттенок называется вот так вот, по-русски это рубин королевы, очень интересное название. Давайте посмотрим, как выглядит сама помада. Она вот такая вот красная, прекрасная, я ее уже попробовала нанести на губы, мне очень сильно понравилось, я прям даже не ожидала, что данная помада, она окажется такой крутой. Вот посмотрите, вот так вот она наносится, достаточно кремовая. Если, конечно, ее немножко наслоить, то получается такой крутой эффект. Она не сушит губы, что самое интересное и самое главное, и она не похожа на ту помаду, которая у нас была вот в линейке матовых помад. Это что-то такое новое, крутое, интересное. Я, конечно, ее носила недолго, но она у меня никуда не скаталась. Как-то очень красиво смотрелась. Ну, давайте теперь сравним с каталогом. Совпадает ли она с каталогом? Это очень порой важно, когда помада совпадает с каталогом. Ну, какое-то отличие есть, но что-то приближенное все-таки присутствует. Следующий оттенок по-английски называется вот так, а по-русски «Фуксия навсегда». Для любителей фуксии, мне кажется, это просто идеальный, красивый весенний цвет. Посмотрите, как она наносится с первого раза. Что интересно, не полосит. Красивый оттенок, просто красивый. Шикарный. При наслаивании это смотрится все невероятно круто. Ну, у меня камера точно передает оттенок, как он выглядит на самом деле в жизни. И сравним давайте с каталогом. Посмотрим, как это все смотрится. Ну, мне кажется, смотрится один в один и очень сильно похоже с каталогом. Оттеночек сливовый бархат у меня, к сожалению, отсутствует. Мне его компания не прислала. Давайте посмотрим четвертый оттенок. Вот так вот он называется. По-русски тот самый бордо. Что-то такое уже интересное. Посмотрите, какие насыщенные яркие оттенки. Очень красиво. При наслаивании это смотрится что-то как-то невероятно круто. Вау, вообще. Следующий оттенок пудровый культ. Это уже что-то такое нюдовое. Более носибельная на каждый день. Вот можно увидеть, как это смотрится на самом деле в жизни. Далее идет оттенок лиловый космос.
Ну, мне кажется, он не похож абсолютно на лиловый. Хотя Эйвоно виднее. Это что-то, мне кажется, такое персиковое, персиково-кирпичное. Предыдущий оттенок, мне кажется, больше похож на лиловый, а этот, мне кажется, это не лиловый. Ну, тоже достаточно такой носибельный, красивый оттеночек. Интересно, как будет смотреться оттеночек нюдовая феерия. Все-таки так звучит заманчиво. Наяву он похож на что-то такое с рыжинкой. Вот так вот. Девчонки, совсем забыла сравнивать с каталогом, но ничего страшного, мы это сделаем по-быстренькому сейчас. Можно увидеть, что нюдовая феерия действительно очень похожа. Оттеночек лиловый космос похож на лиловый космос один в один. Пудровый культ тоже, мне кажется, очень-очень сильно совпадает с каталогом. И тот самый бордо. Красивейший оттенок. В каталоге он немножко потемнее, но здесь он на самом деле чуть-чуть поярче. Продолжаем тестировать следующий оттенок, знойный коралл. Очень яркий, насыщенный. Вообще прям такой барбишный, по-другому назвать. Посмотрите, какой он яркий. При наслаивании это что-то с чем-то. Очень красивый оттенок. Его даже фокус не может просто словить, поймать, насколько он яркий и красивый. Он действительно так в жизни смотрится ярко и красиво. Интересно, похож ли оттеночек в каталоге и в стике? Мне кажется, очень сильно похож. Далее идет вишневый поцелуй. Это такой темный винный оттенок. Ой-ой-ой-ой-ой, какой он красивый. Боже мой. Очень красивый, очень-очень-преочень красивый. Неописуемый. Ну и в сравнении с каталогом. В принципе, они, конечно, очень похожи. Далее розовый соблазн. Интересный цвет. Насыщенно розовый. Действительно клубничный. Очень крутой. Вообще красотища. Суперский оттенок. И с каталогом сравниваем. Тоже похож. И последний оттеночек кофе в постель. Мне кажется, это тоже будет такая нюдовая гамма. Посмотрите, как они все смотрятся. Тоже достаточно красивый оттенок.
Ну и давайте его наконец-то уже сравним с каталогом. Есть ли какие-либо отличия? Ну, отличия незначительные. В принципе, тоже все подходит, сходится как-то. Посмотрите. Оттеночки действительно стреляют. И как-то в этот раз, видимо, качественно все распечатали, все подобрали, чтобы нам было проще выбирать, чтобы мы смогли сориентироваться и выбрать, заказать себе тот оттенок, ориентируясь именно на печатную такую продукцию. Посмотрите еще раз, как смотрятся все оттенки, кроме одного, который мне не прислали. И вы можете увидеть, что действительно как-то все ярко, красиво, позитивно, на любой вкус можно выбрать. И мне понравилась сама текстура. Видимо, действительно добавили такой праймер, который дает возможность легкого нанесения, наслаивания помадки, и чтобы губки наши ощущали чувство комфорта. Поэтому обязательно оцените это видео, поставьте пальчик вверх, подпишитесь на канал, не забудьте это сделать. Ну и всем вам здоровья, пока-пока!